Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Совсем не за горами срок посадки чеснока, озимого чеснока. Вообще с посадкой озимого чеснока не стоит слишком сильно спешить. Секрет успеха в посадке озимого чеснока – это дать ему нормально укорениться, при том, чтобы зелень постаралась не вылезти на поверхность. Но о нюансах посадки чеснока, вот именно касающихся, как сделать так, чтобы в любом случае зелень не вылезла на поверхность, мы с вами еще поговорим. А сегодня мы поговорим с вами о важном нюансе подготовки зубков чеснока к посадке. И это будет не обработка, да, в принципе, по обработке мы уже немало говорили, все советы, которые были у нас относительно предпосадочной обработки чеснока, являются правильными, справедливыми, им их можно пересмотреть и пользоваться. А сегодня мы поговорим с вами о том, как выбрать посадочный материал для высадки. Общаясь на канале с нашими подписчиками, я неоднократно слышал разные мнения относительно того, как правильно выбрать зубки. Должны ли быть это самые крупные зубки? Должны ли быть это зубки среднего размера или какие-то маленькие зубки? Очень многие любители выращивать чеснок совершают одну и ту же ошибку. Они берут и вот из таких вот головок, посмотрите, здесь достаточно крупная головка, и здесь всего лишь 4 зубочка. И они отбирают самые крупные зубки, они даже могут делать иначе. Они разъединяют вот зубочки разные, а потом из них выбирают наиболее крупные, ну, не зная, из какой головки они были взяты. И они их потом высаживают. Так вот, это одна из наиболее серьезных ошибок в посадке чеснока при использовании собственных семян. Ни в коем случае этого не делайте. Почему? Потому что в конце концов вы получите чеснок, у которого будут маленькое количество зубков, и они могут быть крупного размера. Помните, что чем крупнее зубки чеснока, тем хуже они хранятся. В итоге ваш сорт, можно сказать, полностью выродится, и вам придется искать какой-то новый свежий посадочный материал для того, чтобы заложить посадки чеснока. Какие еще зубочки бывают? Ну, конечно, бывают бульбочки. Чеснок утратил в процессе одомашнивания, в процессе вот этой искусственной эволюции, утратил способность к половому размножению. У него образуются бульбочки. При высаживании бульбочек образуются однозубки. Однозубки являются прекрасным, оздоровленным посадочным материалом для возобновления посадочного материала чеснока. Поэтому вы всегда можете использовать однозубки. Зачастую такой вопрос мне задают. А вот что делать, как быть? Например, был чеснок мелкий, там не выкопало, и на месте этого чеснока выросли однозубки. Можно ли его использовать? Да, конечно, можно использовать этот чеснок без сомнений. Из него получится хорошие товарные, может быть, не очень крупные, но вполне товарные зубки чеснока. Еще один вопрос, который частенько мне задают. Какие же все-таки зубки дают наилучший урожай? Крупные или мелкие? И вот получается, что вот это выращивание чеснока из крупных зубков приводит к вырождению. Так что же делать? Как правильно вести вот такое домашнее семеноводство чеснока? А ответ здесь очень-очень простой. Вы среди всех зубочков, которые у вас выросли и дошли, так сказать, до посадки, да, ну, понятно, что отсортировали, посушили, обработали там и так далее, все, что требуется, сделали, вы должны отобрать головки, не самые большие, не самые маленькие, вы должны отобрать головки, типичные для этого сорта. Типичные для этого сорта, это будет означать, что они представляют вот тот сорт, которые вы брали изначально, которые, ну, можно сказать так, средние вот эти головки. Вот средней головкой чеснока будет у меня вот это. Здесь 1, 2, 3, 4, 5 зубков, и они такого размера, ну, чуть выше среднего в отношении, ну, даже не вот этой выборки, а среднего размера, потому что это крупнозубковый сорт. Вот этот же сорт у меня здесь представлен вот такой вот головкой, но здесь всего лишь 4 зубочка. Поэтому, хотя они очень крупные, они крупнее, чем здесь, но я
я ее выбирать не буду, потому что вот эта селекция на укрупнение зубков, когда вы все время выбираете только крупные зубки, она приведет к вырождению. Поэтому я возьму всегда, чтобы было 5-6 зубочков, и чтобы они были среднего, ну, наиболее типичного размера для данного сорта. Именно вот такой вот я брать не буду. Почему? Потому что здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, вот эти вот зубочки разделились, расщепились, немножечко замельчали зубки. Вот я не буду брать такой на семена, вот всю головку не буду брать. А вот из этого я вот все чесночины, они здоровые, красивые, я их все возьму на семена. Именно в этом случае ваш посадочный материал будет гарантировать вам высокую урожайность. Что же, воспользуйтесь этим советом при отборе зубков на посадку, и вы всегда будете со своим хорошим сортом и надежным посадочным материалом. Вот эти огромные вот эти зубки, ну, которых мало, но вот они такие огромные, я не рекомендую и сам, конечно же, брать на посадку не буду. Что ж, не пропускайте наши выпуски, еще будем с вами заниматься чесноком, высаживать скоро чеснок. До новых встреч!